Самый редкий вид, но самый худший браконьер. Привет, с вами Монахов. И все, наверное, думают, что я записываю свои треки на какой-то профессиональной студии с крутым профессиональным оборудованием, но, увы, это не так. Сейчас я покажу, как я это делаю. Если вам понравится, я сделаю вторую часть, как я это все обрабатываю и как вы слышите на выходе такой звук, который он есть. Вот. Ну ладно. Так вот, чё для чего, сейчас мы с вами вместе разберемся. Поехали. Первое, что мне нужно для записи, это коробка. Вы спросите, как, блин, коробка связана с записью? На самом деле, коробка играет очень важную роль. И неважно, какая это коробка, даже, по-моему, я что-то погорячился и взял какую-то тонкую коробку. Так, изменим. Вот. Допустим, такая коробка от какого-то старенького телефона. Может быть, не от телефона, может быть, но это для подставки, так сказать. Чтобы ставить на что-то микрофон. Кстати, скоро покажу вам микрофон. Следующий атрибут, никто не угадает, что это, но это типа самодельный поп-фильтр, который, ну, вы, наверное, видели. Сейчас я вам покажу на картиночках. Вот здесь вот справа будет фоточка, что это такое. Но это я сделал совсем недавно при помощи Neo Cube, который я закрепил здесь, чтобы скрепить марлю и, естественно, картонку. Позже я покажу вам, как это все вместе смотрится. Далее, ну, конечно же, кепка. Ну да, она даже, вон, видите, какая-то грязная, но я ее вообще не ношу, она мне нужна для этого. Что я с ней сделаю? Ну, вы тоже увидите, на самом деле это отталкивает звуковые волны и направляет их прямо в микрофон, на самом деле это очень прикольная вещь. То есть он направляет волны прямо в микрофон, то есть отталкивает и вот, ну вы поняли. Далее, ну конечно же, наушники, господи, да, наушники очень важны и очень нужны. Так как у меня нет мониторов, кто не знает, что такое мониторы, мне жаль. Вот, ну вот как-то так, и отсюда идет звук, которые мне поступают в уши, и с этого звука я уже как бы понимаю, что нужно и когда петь. Давайте посмотрим, как это все выглядит вместе. Бау! Кстати, я чуть не забыл про микрофон, и давайте я вам покажу, какой у меня микрофон. Сейчас так будет. Бау! Вот это мой микрофон. Ребята, да, вот это и есть микрофон. И сейчас я покажу его в действии. И сейчас я покажу, как это все работает, вся эта установка в целом. Итак, yo, come on, студия готова и готова записывать треки. Самодельная студия, самая лучшая студия. Вот, и именно так я записываю свои треки. Как вы можете заметить, здесь у нас есть два стереомикрофона, точнее стереомикрофон, который позволяет записывать, ну, такое, ну, понимаете. Далее, что мы еще забыли? Мы забыли вот эту штучку, которая вешается вот так вот, так вот. Вот так вот. Как бы вот, я дальше ничего не вижу, мне это все не надо. Но как это все работает? Я нажимаю на кнопочку play, record, нажимаем на record, и у нас записывается звук, и он такой, знаете, четкий получается, классный, качественный. Ну, как вам сказать качество? Ну, вы можете сами оценить какое-то качество. Но, знаете, хоть что-то. Это, ну, мне это нравится, ребят, не знаю, нравится вам или нет, будете продолжать меня слушать или нет. Но вот я хотел бы вам показать, как это все смотрится в деле. Иногда, когда я совсем фигею, я беру табуретку, ставлю табуретку на стол, ставлю вот это вот на стул, встаю с диванчика и начинаю петь. И вот так вот. Вот так вот, йоу-йоу-йоу-йоу. И вот как-то так это все выглядит, наверное, вам не очень видно, но сейчас оно стоит все на табуретке. И мне кажется, это, блин, супер крутая идея, самая бюджетная, классная, блин, прикольная идея. Фу! И наушники, ребят, вот так это все выглядит на самом деле. Когда я надеваю наушники, это все это. Вот. Самый редкий вид, но самый худший браконьер. Спорим, а на месяц себе водку револьвер. Спорим, что ты больше не покинешь этот сквер. Я играю свою киску, детка, где твой кавалер? Я врубаю дафтпанк, она крутит мне блан. Покидаем клуб, в руки совернем блан. От липоты я губ залипаю в экран. Я кидаю деньги в воздух, ты поймаешь их сам. Эй, детка, ты модель или подделка? Сейчас не важно, важно только что нет. А если кто-то из твоих захочет знать, я найду еще причины, чтобы положить их спать. Она качает гриву, нельзя быть такой гривой, выдыхаю в потолок. Вот такой качественный звук получается в итоге.
Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на меня в Инстаграме, ВКонтакте. Мы с вами увидимся. До новых встреч. Пока. Пока.